В Стамбуле два человека получили ранения в результате взрыва на входе в отделение туристической полиции. Местные СМИ сообщают, что оба пострадавших стражи порядка. Один из них в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Бомбу привела в действие террористка-смертница. По данным журналистов, которые ссылаются на очевидцев, она говорила по-английски. Сейчас место происшествия в историческом районе Султан Ахмед, где находится знаменитая Голубая мечеть, отцеплено, остановлено движение общественного транспорта. Не исключено, что у смертницы был сообщник. После взрыва несколько человек видели мужчину, убегавшего с площади. В полиции пообещали разобраться, может ли он быть причастен к атаке.